Здравствуйте! Сегодня суббота, 26 сентября 2020 года. Мы продолжаем отслеживать рейсы из Израиля. И на сегодня запланированы перелеты. Лондон, Англия, Афины, Греция, Родос, Греция, Афины, Греция, Ираклион, остров Крит. Один перелет был отменен, а один задерживается. Афины, Греция, Варна, Болгария, Варна, Болгария, Корфу, Греция, Лондон, Англия, Салоники, Греция. Два перелета в Лондон, Лутон, Стамбул, Турция. Два перелета в Нью-Йорк, один в аэропорт Нью-Йорка, один в аэропорт Нью-Йорка, Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки, Париж, Франция, Аддис-Абаба, Эфиопия, Париж, Франция, Стамбул, Турция, Франкфурт, Германия, Афины, Греция, два перелета в Стамбул, Турция, два перелета в Родос, Греция, Вена, Австрия. Перелет в Ираклион, Греция, был отменен. Цюрик, Швейцария. И Лондон, Англия. Всего на ближайшие сутки запланировано 34 перелета. Из них 2 было отменено. Спасибо за внимание. До встречи на моем канале.